Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор Синтилен W400 10 мл. Синтилен – нечто иное, как и загуститель на основе акрилового полимера. Считается пищевым и косметическим загустителем и суспендирующим агентом. Используется в пищевкусовой промышленности. С 1998 года широко начал применяться в производстве косметических препаратов. Одной из важнейших его особенностей – то, что он абсолютно не токсичен, а значит подходит для любого типа кожи. Также применяется в косметике для волос. Свойства данного эмульгатора таковы. Можно добавить как загущающий агент в водной фазе в эмульсиях, где действие эмульгатора невозможно из-за свойств будущего препарата для очень нежной кожи вокруг глаз. В достоинствах данного эмульгатора входит не только создавать стабильные эмульсии, но и предотвращать испарение влаги на молекулярном уровне. Ученые доказали, что синтилен не растворяется в крови человека из-за веса молекул, выходит через лимфу. Эмульгатор образовывает в различном спектре pH прозрачные и густые смеси. Очень важно, что он стабилизирует по всей косметическому препарату такие скрабирующие частицы, как соль, бисер для ванны, гранулы, жожоба, мелкий полиэтилен. Применяется как стабилизирующий агент, когда ПАВ может пагубно повлиять на правильное растворение масел, отдушек, активных компонентов, создание шампуня или укладочного средства. Применение таково. В прозрачных шампунях, когда надо добиться густоты и правильного распределения ПАВов. В гелях для душа и жидком мыле дает прозрачность. После применения на коже остается защитная пленка от обезвоживания эпидермиса. В косметике для волос. Вот такой бутылочке мы отправляем данный эмульгатор нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!